Привет, острозубые улитки! С вами проект Muay Thai CK и я Варченко Виталий. Сегодня у нас мегабой, который слабонервным лучше не смотреть. В этом эпическом противостоянии великий и непобедимый мастер Тай Цзи Цюань Ма Баого, который дожил до почтительных 69 лет и не знал поражений, ну по крайней мере с его слов, сойдется в бою с бывшим 49-летним кикбоксером-любителем Ван Синьминем. Наверное, вам интересно, как же организовалась такая великая битва между двух воинов-пенсионеров. Да как всегда в стиле мастеров кунг-фу. Кстати, на них я делал обзоры, которые вы можете посмотреть в описании под видео в плейлисте «Лучшее». Наш седовласый мастер, делая зарядку на солнышке, которое, видать, ему изрядно напекло, заявил, что готов отправить в нокаут любого чемпиона UFC. Пока ученики успокаивали разбушевавшегося сенсея, который уже начал метать огненные шары во все стороны, уничтожая свою паству, делки-промоутеры предложили для начала уничтожить такого же пенсионера и бывшего любителя кикбоксера, чтобы, так сказать, почувствовать энергию ЦИ и испытать касание бешеного оленя на слабачке, а потом уже можно и в UFC. Но что-то пошло не так. А что именно, смотрите. Конечно, дедушку жалко, и большой чести в том, чтобы нокаутировать 60-летнего пенсионера нет. Но и вы должны понимать, что Кикуру тоже 49, и он не молодой профик. А седоволосый орел в тени дракона сам предложил поломать всех на своем пути. Я думаю, что бой не стоит и комментировать. Каждый корявый прямой отправлял сенсея на пятую точку задуматься о своем поступке. Но ему все было мало. Он с настойчивостью жука-навозника, который катает свои шары навоза, также подкатывал к Ван Синьминю, который дважды его посадил, а на третий раз нокаутировал. Причем все время одним и тем же ударом. Мораль этого видео такова. Заниматься спортом нужно до глубокой старости. Но вызывать на бой и лезть в драки нужно, пока ты молодой и горячий, а не когда полухолодный. Подписывайся на канал, жми колокольчик, ставь лайк и делись этим видео с друзьями. Может, они и спасут какого-то местного дедулю. А если ты хочешь уметь защищаться от таких дерзких дедушек или улучшить свои тренировки, забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео. Настойчивости в тренировках.